Здравствуйте. В эфире 7 канала итоговая информационно-аналитическая программа недели «Местное время» в студии Михаил Валов. Из-за моего участия в выборах последний раз я вел программу 11 ноября прошлого года. 3 месяца пролетели незаметно, и сегодня я уже в непривычном пока для себя качестве депутата Верховного Совета вновь в студии «Местного времени». Надеюсь, что новый статус поможет мне сделать программу более зрелищной и интересной. Вместе с тем, на этой неделе во время подготовки к эфиру я вдруг открыл для себя не очень приятное совпадение. В моей последней программе, которая, напомню, была в эфире 11 ноября, первым шел сюжет о том, как жители Хакасии прощались с Вячеславом Майнагашевым, корабельным старшиной атомной подводной лодки «Курск», затонувшей при до сих пор невыясненных обстоятельствах в Баренцевом море. И сегодня я вынужден начать программу почти точно так же, как и 3 месяца назад. Наш земляк Вячеслав Майнагашев оказался в прошлом году одним из немногих подводников с Курска, чье тело спасателям удалось поднять с глубины. До сих пор около 100 боевых товарищей Вячеслава с Курска все еще находятся внутри лодки, и никто не знает, будут ли их останки когда-нибудь преданы земле. Пожалуй, впервые за всю историю современной Хакасии траурная церемония прощания солдатам проходила в такой обстановке. Тысячи людей пришли в этот день на Первомайскую площадь отдать последние почести Вячеславу Майнагашеву. Тогда еще никто не знал и даже не думал, что спустя всего 90 дней наш земляк, гвардии старший лейтенант Игорь Ахпашев, один из сотен российских военнослужащих еще Первой Чеченской войны, останки которого были опознаны только спустя многие годы. Игорь погиб 13 января 1995 года, сгорел в танке, спасая в бою с дудаевцами своих боевых товарищей. За свой последний бой у Дома Совета Министров бывшей Чечено-Ингушской Республики Игорь Ахпашев был посмертно удостоен звания Героя России. По просьбе родителей Игоря Ахпашева, его прах 7 февраля был похоронен рядом с телом погибшего на Курске Вячеслава Майнагашева. Игорь Ахпашев и Вячеслав Майнагашев были почти ровесниками. Они оба хотели посвятить свою жизнь служению Отечеству. И даже, может быть, хотели погибнуть, защищая свою родную землю. И они погибли. Один в 95-м, другой через 5 лет в 2000 году. На Подсининском кладбище могилы Игоря Ахпашева и Вячеслава Майнагашева разделяет примерно метров 20. Места на Подсининском кладбище еще много.